В Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета прошла лекция почетного профессора Упсальского университета в Швеции Рольфа Тоштендаля для преподавателей, аспирантов и студентов КФУ «Критика источников. Метод и наука». From the traditional historical method, which is learned in every university, to having an idea about what is really fruitful to do in history. Лектор обсудил со слушателями вопросы современного университетского образования, научных методов и источников. В частности, обсуждался вопрос современных и традиционных методов исследования истории. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета получили возможность перенять зарубежный опыт в общении с иностранным специалистом. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.